Green Umbrella представляет. Любое упражнение может повлечь за собой травму, поэтому никогда не действуйте на пределе сил. Если вы ощущаете боль, немедленно прекратите занятие, после чего проконсультируйтесь у врача. Не все упражнения можно выполнять во время беременности. Йога для удовольствия. С личным тренером Джой Нилингроен. Здравствуйте, я Джой Нилингроен. Я представляю программу «Йога для удовольствия». Все упражнения очень просты, и если вы будете делать их правильно и регулярно, то они помогут вам обрести гибкость и силу, оздоровить тело и научиться правильно дышать. Кроме того, вы обнаружите, что они приводят в равновесие разум и душу. Уже много лет я являюсь профессиональным тренером, и я подобрала эти упражнения как наиболее подходящие для меня и моих учеников. Эта программа воздействует на разум, тело и душу. Она сочетает в себе все основные упражнения йоги, которые я считаю наиболее эффективными. Уверяю вас, вы тоже обнаружите плюсы в йоге, которые изменят вашу жизнь. Все упражнения следует выполнять медленно, концентрируясь на ощущениях, следя за дыханием и положением тела. Никогда не переутомляйтесь и не действуйте на пределе сил. И если вы не уверены, подходит ли вам упражнение, проконсультируйтесь у врача. Будьте осторожны при поворотах, глядя на экран телевизора. Для занятий вам потребуется удобная одежда, коврик, в комнате должно быть тепло. Зажгите свечи, расслабьтесь и наслаждайтесь. Если вы уже готовы, сядьте, скрестив ноги. Расправьте складки на трико и выпрямите спину. Сконцентрируйтесь на дыхании. Смотрите на пол. Опустите плечи вниз. Начните дышать глубоко. Следите за тем, как воздух постепенно наполняет ваши легкие. Попробуйте представить, что из головы выходит прямая ось, являющаяся продолжением позвоночника. Перед упражнениями концентрируйтесь на ощущениях тела. После занятия вы почувствуете, что расслабляетесь в этой позе. Вы обязательно заметите разницу. Теперь опустите подбородок на грудь. Это упражнение воздействует на мышцы шеи и на плечи. Потянитесь подбородком к правому плечу, обратно к груди и к левому плечу, обратно к груди. Спину держите прямо, плечи опущены вниз. Теперь вращайте плечами вверх, назад, вниз. Расслабив их. Хорошо. Займите следующую позу. Медленно, осторожно лягте на пол. Руки по бокам. Поднимите правую руку над головой. При этом голову поверните налево и сделайте вдох.
выдохните, опустите руку. Теперь медленно поднимаем другую руку, поворачиваем голову направо, в начальную позицию. Делаем упражнение еще раз. Глубоко вдыхаем и медленно выдыхаем. Сначала вы наполняете легкие, потом освобождаете их. Поверните голову направо. Теперь прямо. Теперь налево. Направо. Прямо. Налево. Мягко, не напрягая шею. Отлично, молодцы. Теперь на глубоком вдохе поднимите руки за голову. На выдохе сцепите ладони в замок и выверните наружу. Руки должны лежать на полу. Пальцы ног должны тянуться к коленям. Ваше тело напряжено. Дышите глубоко, полной грудью. Не отрывайте плечи и пятки от пола. Опустите руки. Поднимите колени, поставьте ступни на пол. При этом следите, чтобы пятки были на одной линии с бедрами, коленями и плечами. Теперь немного приподнимите таз. Затем опустите его. Это движение воздействует на спину. Вверх, вниз. Спина сжата. А теперь слегка растянута. Следующее движение. На вдохе поднимаем руки над головой. Вдыхаем, медленно поднимаем руки, кладем их на пол. Выдыхаем. Возвращаем руки в исходную позицию. Вдыхаем, не забываем приподнимать таз. Выдыхаем. Еще раз. Вдыхаем, следите за плечами. Они должны быть прижаты к полу. Закончили. Отлично. Поднимите ноги. Обхватите колени руками. Расслабьте плечи. Вдохните, подтяните ноги к груди. Выдохните, медленно опустите ноги. Вдохните, подтяните колени. Выдохните, опустите. Положите руки на колени. И делайте вращательные движения, при этом пятки держите вместе. Описывайте коленями небольшие круги. Как только бедра начнут разминаться, увеличьте круги. Постарайтесь размять, сделать подвижными суставы. Хорошо. А теперь в другую сторону. От себя, в стороны и к себе. Сначала маленькие круги. Дышите правильно. Направляйте дыхание к каждой области тела. Увеличьте круги. Теперь остановитесь. Потяните колени к груди. Опустите ноги на пол. Держите ступни вместе, ноги раздвиньте в стороны. Потяните пятки к телу, насколько сможете. Расслабьте плечи. Вдохните, поднимите руки над головой. Обхватите ладонями локти. А теперь просто расслабьтесь в таком положении.
Вдохните и выдохните 40 раз. Вдыхайте полной грудью. И выдыхайте воздух до конца. Опустите руки, положите по бокам. Опустите левую ногу, положите прямо. Положите правую ногу сверху. Ступня левой ноги должна быть расслаблена. Колено направлено в потолок. Постарайтесь расслабить правую ногу. Выдыхая, поднимите руки над головой. Сомкните их вместе на вдохе. Сильно напрягите ноги. Потянитесь плечами вверх. Осторожно потянитесь коленями к полу. Следите, чтобы левое колено смотрело в потолок. Дышите глубоко. Наполняйте легкие воздухом. 4 глубоких вдоха. Отлично. Опустите руки вдоль тела. Согните левую ногу в колени. Поднимите ее. Теперь пропустите руки через ноги и обхватите колено. Потяните левое колено на себя. Вдохните так глубоко, насколько это возможно. Достаточно. Опустите ноги на пол. Вытяните правую ногу вперед, расслабьте ее, положите левую пятку на бедро. Поднимите руки над головой, сомкните их вместе. Напрягите плечи. Правым коленом потянитесь к полу. Правая ступня согнута, колено смотрит в потолок. Опустите руки вниз. Согните правую ногу в колени, ступня на полу. Пропустите руки через ноги, обхватите ими правое колено. Потяните колено к груди. Дышите глубоко, наполняйте ваши легкие воздухом. Опустите правую ногу на пол, потом левую. Теперь поднимите колени, обхватите их руками. Очень медленно делаем повороты. Упражнение действует на нижнюю часть спины. Из этой позиции поворачиваемся налево, затем на четвереньки. Колени, пятки и бедра на одной линии. Плечи на одной линии с бедрами. Пальцы рук расставлены. Вдыхаем. И отклоняемся назад к пяткам. При этом лбом тянемся к полу между рук. Вдохните глубоко, как сможете. При этом пальцами тянитесь вперед. Ягодицами тянемся к пяткам.
Положите правую руку к правой ноге, левую руку к левой, ладонями вверх. Теперь расслабьте плечи. Дышите глубже. Поднимайтесь медленно. Голову поднимайте последней. Поставьте ступни вертикально, сядьте на них. Это простое упражнение действует на ступни. Сначала оно покажется трудным, но чем чаще вы его делаете, тем легче. Положите руки на пол. Ноги поставьте вместе. Теперь медленно выпрямляем ноги. Голову при этом не поднимаем, мышцы живота напряжены, голова расслаблена. Расположите ладони поближе к пальцам ног. Сгибайте и разгибайте ноги, медленно и осторожно. Дышите глубоко. Если вам трудно, не разгибайте ноги до конца. Оставляйте их в полусогнутом положении. Выпрямите ноги. Обхватите их спереди ладонями. Потянитесь головой к коленям. Дышите глубже. Мышцы живота напряжены. Опустите руки, медленно поднимитесь, представьте себе, что позвоночник вытягивается в совершенную прямую. Голову поднимаем последней. Вдохните, поднимите руки вверх и прогнитесь назад. Дышите. В исходную. Опускаем руки. Следующее упражнение. Подбородок на грудь. Работают брюшные мышцы. Руки расслаблены, голова свободно идет вниз. Тянитесь руками. На выдохе расслабьтесь в такой позе. Тянитесь руками. Вдохните. Выдохните, расслабьтесь еще сильнее. Вдохните, выдохните, еще расслабьтесь. Вдохните, выдохните, расслабьтесь. Поставьте руки на уровне ног. Согните колени. Выпрямитесь. 4 раза. Теперь обхватите ладонями щиколотки, большие пальцы рук спереди. Потянитесь лбом к коленям. Дышите. Чем чаще вы делаете упражнение, тем легче. Опустите руки. Представьте, что позвонки выпрямляются один за другим. Ваши руки, голова и плечи поднимаются медленно, осторожно. Поднимите руки вверх. Потянитесь вверх, расслабьте спину. Дышите. Выпрямляемся и опускаем руки через стороны. Вращаем плечами вверх, назад, вниз. Вверх, назад, вниз. Открываем грудь, пытаясь свести плечи на спине. В другую сторону. Вперед,
и вниз. Разминаем плечевые суставы. Осторожно встряхиваем плечами. Отлично. Обратите внимание, ваши ноги должны стоять вместе, пятки немного врозь. Таз выдвинуть вперед, живот подобрать, руки вдоль тела. Вы расслаблены, но готовы к действию. Представьте, что из головы выходит нить, которая является продолжением позвоночника. Представьте, что вы крепко вросли в землю. Вы сильны. Запомните это ощущение. Хорошо. Поднимите руку, положите ладонь на спину, не опускайте подбородок, не меняйте положение руки и таза. Теперь поднимите другую руку, положите на локоть и слегка нажмите по направлению к голове. Не спешите. Не двигайтесь, дышите. Закончили. Опустите руки, поднимите другую руку. Положите ее на позвоночник. Другой рукой потяните ее к голове. Не забудьте, бедра напряжены, мышцы живота тоже. Голова в нейтральном положении. Дышите глубже, медленно и глубоко. Опустите руки через стороны вдоль тела. Положите руки на плечи. Делайте плечами вращательные движения. Брюшные мышцы напряжены. Ягодичные тоже. А теперь в другую сторону. Делайте широкие круги, насколько сможете. Еще раз. Опустите руки. Положите руку на противоположное плечо, другую на другое, и потяните плечи вверх. Так вы растягиваете спину. Закончили. Теперь положите обе руки за шею, обхватите ее, вдохните. Выдыхаем весь воздух, что есть в легких. Голову держите прямо. Мышцы живота напряжены. Дышите, дышите как можно глубже. Выдыхаем, выпускаем весь воздух. Соедините локти впереди, пальцы сожмите за шеи и опускайте голову. Мышцы спины при этом растягиваются. Медленно нажимайте пальцами на шею. Медленно возвращайтесь в исходное положение. Потянитесь. Вздохните глубоко, локти и плечи расслаблены. Сделайте несколько вращательных движений. Теперь в обратную сторону. Разворачиваемся, ноги на ширине плеч, делаем вращение плечами. Теперь на вдохе поднимите руки над головой, сцепите пальцы в замок, потянитесь вверх. Два глубоких вдоха. Тянемся плечами вверх. А теперь наклоняемся.
Не опускайте руки, они напряжены. Вы должны ощущать напряжение в боках. Выпрямляемся. Тянемся. Наклон в другую сторону. Дышите. Выпрямляемся, тянемся вверх. Пятки тянутся к полу. Руки тянутся вверх. Отлично. Закончили. Вдохните, силой втяните воздух. Выдохните, потянитесь вверх. Разверните запястье, вдохните, посмотрите направо. Вдохните, выдохните, потянитесь, посмотрите налево. Еще раз вдохните, выдохните, вдохните, выдохните, вдохните, выдохните, вдохните, выдохните. Заведите руки за спину. Сцепите пальцы вместе и сделайте шаг в сторону. Наклонитесь вперед. И поднимите руки вверх. Мышцы живота напряжены. Наклонитесь так низко, как можете. Тянитесь головой вниз. А руки поднимайте вверх, еще выше. Дышите. Выпрямляйтесь медленно. Расслабьте руки. Сделайте шаг обратно. Займите начальную позицию, плечи вверх, назад и вниз. Пятки немного врозь. Живот поджат, таз устремлен вперед. Смотрите перед собой, это поможет удержать равновесие. На вдохе поднимаемся на носки. Поднимаем руки. Тянемся вверх. Замираем, выдыхаем, опускаемся. Делаем вдох, встаем на носки, выдыхаем, опускаем руки и пятки. Вдыхаем, поднимаем руки и пятки. Тянемся плечами. Опускаем пятки. Вдыхаем, поднимаем. Замираем, выдыхаем, опускаем пятки и руки. Становимся на левую ногу. Правую сгибаем в колени. Держим ее правой рукой. На вдохе поднимаем вверх левую руку. Бедра и колени должны быть на одной прямой линии. Потяните пятку назад. Сами тянитесь к небу, чтобы ваше тело образовало прямую линию. Отлично. Опустите руку и ногу. Исходная позиция. Встаньте на правую ногу, поднимите левую, обхватите ее левой рукой. Поднимите правую руку, потянитесь плечом вверх, бедра и плечи должны быть на одной прямой. Оттяните левую пятку от ягодицы. Дышите. Отлично. Закончили. Поставьте ноги на ширине плеч. Сделайте руками свободное вращательное движение. При этом старайтесь совсем не напрягать плечи. Теперь в другую сторону. Делайте руками широкие круги.
Расслабьтесь. Займите исходную позицию. Встаньте вот так. Сведите руки за спиной. Выверните ладони наружу. Прижмите руки к спине. Правой ногой шаг назад. Ступня повернута боком, а бедра и плечи находятся на одной прямой. Наклонитесь вперед, ноги прямые. Живот втянут, поднимите руки. Голова и спина на одной линии. Дышите. Медленно поднимитесь. Расслабьте руки. Согните левое колено. Повернитесь вперед. Колено на одной линии с бедром. Поднимите руки на уровень плеч. Еще согните колено. Посмотрите на пальцы правой руки. Руки прямые, напряжены, колено согнуто. Согните колено еще немного. Руки прямые. Дышите. Расслабьте руки. Повернитесь налево и опустите правое колено на пол. Отодвиньте правую ногу назад, выпрямляя ее. Глубоко вдохните, поднимая руки над головой. Плечи тянутся вверх, бедра опускаются вниз. Дышите. Опустите руки. Подогните левую ногу под себя. Правую отодвиньте назад. Эта поза может оказаться сложной. Если вы хотите усложнить ее, положите руки перед собой. Лбом коснитесь пола. Поднимаемся на руках. Встаем на ноги. Заведите руки за спину, сцепив пальцы. Расправьте плечи. Сделайте шаг назад левой ногой. Удерживаем равновесие, плечи и бедра на одной линии. Вдохните, наклонитесь вперед. Голова и позвоночник на одной прямой. Локти подняты, брюшные мышцы напряжены. Дышите. Встаем. Расслабьте руки, повернитесь налево, согните правое колено, поднимите руки на уровень плеч, сильнее согните колено, поверните голову направо, руки не опускаем, держим их на уровне плеч, дышите. Расслабьте руки, выпрямите ноги. Теперь повернитесь направо. Опустите левое колено. Левую ногу отодвиньте назад. Она лежит на полу. Вдохните, поднимите руки. Потянитесь вверх за руками. Смотрите вдоль рук. Дышите. Опустите руки. Подогните правое колено под себя,
Руки вперед, левая нога совершенно прямая. Если вы не сможете наклониться, тогда дышите в такой позе. В другом случае, наклонитесь вперед, руки и лоб положите на пол. И дышите. Поднимаемся на руках. Сводим ноги вместе. Отводим их назад. Колени в стороны, сидим на пятках. Спина прямая. Дышите. Тазобедренные суставы напряжены. Встаньте на четвереньки. Плечи, бедра, пятки и колени на одной линии. Руки упираются в пол под плечами, пальцы расставлены. На вдохе прогнитесь вниз, посмотрите вверх. На выдохе посмотрите между коленей, выгните спину вверх, живот втянут. Вдохните, посмотрите вверх. Выдохните, выгните спину, смотрите между коленей, живот втяните. Вдохните. Посмотрите на потолок, выдохните, смотрите между коленей. Еще два раза. Отклонитесь назад, сядьте на пятки, руки перед собой. Дышите. Снова встаем на четвереньки. На этот раз на вдохе тянемся вперед. На выдохе отклоняемся назад. Вдохните, двигайтесь вперед. Выдохните, отклонитесь назад. Продолжайте совершать ритмичные движения. Не забывайте о дыхании. Если сможете, увеличьте диапазон движения. Последний раз. В исходную. Теперь сочетаем оба движения. На вдохе смотрим вверх и тянемся вперед. На выдохе отклоняемся назад, выгибаем спину. Вдохните. Теперь назад, выдохните, прогибаемся. Выгибаем спину. Вниз. Вверх. Попробуйте делать эту петлю немного помедленнее. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Назад, выдох. Садимся на пятки. Положите руки вдоль тела и расслабьтесь в таком положении. Медленно поднимитесь. Сядьте на коврик, колени согнуты, ступни на полу. Медленно и постепенно отклонитесь назад. Мышцы живота напряжены, спина прямая. Замрите, дышите. И если сможете, поднимите ступни над полом. Если это не трудно, выпрямите ноги. Замрите и дышите. Ноги расслаблены. Закончили. А теперь еще раз. Отклонитесь назад, пока не почувствуете, что брюшные мышцы напряжены.
И если сможете, поднимите ноги. Если хотите, выпрямите их. Расслабьте ноги, дышите. Если хотите, поднимите руки. Согните колени, поставьте ноги на пол. Сядьте прямо. Теперь ложитесь на спину, медленно следите за движением. Поднимите колени к груди. Надавите на них. Теперь переворачиваемся. Ложимся на живот. Тело вытянуто в прямую линию, лоб касается пола. Это упражнение воздействует на мышцы живота. Одновременно медленно поднимаем левую ногу и правую руку. Носок ноги вытянут, рука прямая. Подняли, опустили. Теперь правую ногу и левую руку. Рука тянется вперед, нога назад. Опускаем. Еще раз с каждой стороны. Опустили. Подняли. Держим. Опустили. Вытягиваем руки вдоль тела и садимся на коврик. Снова опускаемся на пол, включая в работу мышцы живота. Расслабив, положите руки вдоль тела. Подтяните пятки к ягодицам. Пятки, колени, бедра и плечи должны быть на одной прямой. Слегка сдвиньте таз в сторону головы. В исходную. Еще раз. Назад. Теперь, совершая движение тазом, приподнимите его вверх. Голова и спина на одной прямой, плечи расслаблены. Дышите, не опускайте таз. Расслабьте мышцы, но не опускайте таз. Теперь очень медленно, позвонок за позвонком, опускаемся на пол. Расслабьтесь. Повторим упражнение. Поднимаем таз. Выгибаемся. При этом позвоночник находится на одной линии с головой. Плечи расслаблены. Таз поднят. А теперь медленно вниз, позвонок за позвонком. Ложимся на пол. На этот раз мы положим руки за голову. Начинаем поднимать таз и одновременно поднимаем руки. Поднимаем таз выше, еще выше. Мышцы бедер расслаблены, плечи и шея расслаблены. Позвоночник растянут. Колени держим прямо. И дышим. Теперь медленно опускайтесь вниз, позвонок за позвонком. При этом опускайте руки вдоль тела. Хорошо. Теперь поднимите колени и подтяните их к груди. Расслабьте позвоночник. Теперь положите руки в стороны, строго перпендикулярно телу. Перенесите колени направо, плечи должны быть прижаты к полу. Дышите, заполняя легкие воздухом. Прижимайте левое плечо к полу. Медленно, осторожно поверните голову налево.
Дышите как можно глубже. Голову поверните прямо. Колени тоже в исходную. Перенесите колени налево, не отрывая правое плечо от пола. Дышите глубоко, как можете. Дышите, расслабьтесь. Медленно и осторожно поверните голову направо. Верните голову и колени в исходное положение. Опустите ноги вниз, положите руки вдоль тела. Поднимите ноги и выпрямите их. Носками тянитесь к коленям. Колени напряжены. Согните. Выпрямите, тянитесь носками. Если трудно, можете не до конца выпрямлять ноги. С каждым разом будет легче. Выпрямить, согнуть. Тянитесь пятками вверх, потом сгибайте ноги. Мышцы живота работают. Достаточно. Теперь подключаем руки, не забываем о дыхании. На вдохе вытягиваем ноги, поднимаем руки. Тянемся плечами, замираем, выдыхаем, возвращаемся в исходную позицию. Вдыхаем, вытягиваемся, задерживаем дыхание, выдыхаем в исходную. И еще два раза. Вдыхаем. Плечи тянутся вперед. Носки тянутся к коленям. Выдыхаем в исходную. Последний раз вдох. Плечи тянутся вперед. Носки тянутся к коленям. Закончили. Теперь вытягиваем ноги. Вдох, при этом вытягиваем руки за головой, сцепив пальцы, вывернув руки ладонями наружу. Пятками тянемся вперед. Дышим. Замираем, наслаждаемся напряжением тела. Плавно положите руки вдоль тела и расслабьте ноги. Поверните руки ладонями вверх, ноги на ширине плеч. Теперь начинаем расслаблять тело, чтобы занятие пошло на пользу. Выдох. Представьте, как вместе с воздухом напряжение покидает вас. Вы словно растекаетесь по полу. Теперь сожмите ладони в кулаки очень крепко, напрягите ступни. Расслабьтесь. Пошевелите пальцами ног и рук. Повращайте запястьями и ступнями. В другую сторону. Потрясите руками и ступнями. Расслабьтесь. Дышите глубоко, полной грудью. А теперь глубоко вздохните. Расслабьтесь. Закройте глаза. Сконцентрируйтесь на дыхании. Чувствуйте, как воздух проходит через легкие. Вдыхайте так глубоко, как сможете. Потом тщательно выдыхайте. Освобождайте легкие
от воздуха. И снова вдыхайте. Наполняйте легкие воздухом полностью. Задержите дыхание и выдыхайте. Вдох, задержите. Выдох, медленно. Расслабьтесь еще немного, словно у вас совсем нет костей. Просто дышите. При вдохе ваше тело наполняется жизнью. Выдыхая, вы легко избавляетесь от отрицательной энергии и напряжения. Теперь медленно повернитесь на левый бок. Руки под голову, расслабьтесь. Дышите глубже. Теперь поднимаемся медленно. Вы все еще расслаблены. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. А теперь вы должны ощутить разницу. Вы начинали с этой позы, но сейчас вы более расслаблены и умиротворенны. Не сбивайтесь с ритма дыхания. Дышите медленно и глубоко. Поднимите плечи вверх, отведите назад и вниз. Вдохните, поднимите руки и выдохните. Вдохните вверх, выдохните. Вдохните, выдохните. Еще раз вдохните, выдохните. Спасибо вам. Программа подготовлена и проведена Джой Нилингроен. Фильм озвучен студией Инис.